Я создал торнадо из нубасиков! Нуб Трейн. Альфа. О, нубиков-то я люблю. Это система, в которой вы можете создавать определенное количество нубс, которые вы можете настроить. Это что-то очень странное. Но безумно интересное. Смотрите, я могу свой рост увеличить. What? Я похож на Слендермена. Я новый SCP, чуваки. SCP. Да. О, смотри, меня, кажется, подписчик узнал. Я новый SCP. Мне кажется, вот так вот SCP разговаривают. Так, ребят, помимо того, что я могу менять рост своего персонажа, я могу, очевидно, делать себя в толщину. Посмотри на эту печенюху! Это так странно выглядит, просто капец. Пузи, это ты! Да, никогда не отвечал да. Обычно говорил я фейк. Так, давай максимальную ширину сделаем. Офигеть. Если я нажму Dev, то что произойдет? О, смотрите-ка, я стал объемным. Правда, моя голова похожа на горошек. Ты снимаешь? Да. Мама, я в Ютубе! Да, братан. Так, я могу голову свою увеличить. Я просто стал обычным гигантом. Но это прикольно. Интересно, а если я сейчас себя уменьшу? У меня будет просто огромная голова. Что это со мной? Почему я спиной куда-то лечу? Я просто скольжу сейчас. Зацените. Я даже по факту передвигаюсь быстрее, чем чуваки, у которых есть скорость. Нифига себе! Вот это да! Кажется, я нашел самую быструю скорость в Роблоксе. Когда обожрался гамбургеров. Так, слушайте, а если я сейчас себя сделаю тоньше? О, теперь я супер тонкий. Я плоский. Ого, вот это обман зрения. Вы, наверное, думаете, что я широкий как шкаф, но нет. Я супер тонкий. Во, теперь я тонкий как спичка, с огромной головой. И свой рост сейчас уменьшу. О, все, смотрите. У меня маленькие ножки, маленькие ручки и огромная летающая голова. Так, аватар Тугл, что это такое? Want to transform your noobs to anyone in the Roblox universe. Enable. Input username. Каракарашкар. Trails. Это что у нас такое? А, это я могу купить себе всякие ауры. Почему они такие быстрые? Почему я так передвигаться не могу? А, вот! Я могу свою скорость настраивать. Ладно, давайте я сделаю скорость сейчас миллиард вообще. Вау! Так, окей, чуваки, давайте я сделаю тогда скорость 1. Как сложно идти. Jump Power 100. Ну, слушайте, я достаточно высоко прыгаю. Так, давай сделаем нормальную скорость. Давай сделаем скорость 500. Я буду достаточно быстрым. Да, я бегаю почти как Соник. Ну и с высотой прыжка соточка я нормально так подпрыгиваю. А какая максимально допустимая скорость? Чтобы прям взять и долететь до другого конца карты. Давайте-ка мы с вами поставим Walk Speed теперь 1000. В два раза быстрее мы сейчас будем. Давай, побежали, побежали, побежали. Воу! Мои ноги в какую-то секунду начинают перемещаться немного медленнее. Так, ребят, вон я вижу трамплин. Воу! Да. Скорости 1000 вполне достаточно для того, чтобы просто вот так вот подлетать, чуваки. Jump Power стоит, конечно, прикольно. Но что, если мы с тобой сделаем Jump Power 1000? Воу! Я упираюсь в невидимый потолок. И чтобы разрушить эту грань, нам нужно поставить скорость 5000. Вот тут я уже просто вот врезаюсь в потолок максимально. О, я фактически летаю, чуваки. Воу! Так, а если я сейчас сделаю еще... свою голову огромной. О, да! Разгоняюсь! О! Я похож на какую-то криповую птицу. А если рост сделаем 90, например? О! О! Я вылетел за текстуру! Вы видели это? Чуваки, очень залипательный режим. Здесь вы можете регулировать стату своего персонажа, и, по сути, это режим бога. Это правда. Ай-яй-яй-яй-яй! Все на спавн. Конкурс лучшего нуба. Вот, ребят, вот так вот должен выглядеть красавчик. Голову трясет. О! Чувак сделал себя просто
похожим на какие-то крылья. Мы сейчас как Power Rangers можем трансформироваться. Я просто похож на лепешку. Я 2D картинка. С высоты кажется, что я нормальный, но нет. Оп, оп, оп. Моя голова находится на уровне моих ног. Серьезно? А, я улетаю. Помогите. I believe I can fly. Ладно, ребят, я сейчас прописываю здесь 10 миллиардов скорость. О, посмотрите на эти цифры. А это ведь реально цифры, ребят. О, вторая полоса пошла. Все, ребят, я прописал самое неизвестное число на планете. Ребят, мне просто нужно сделать шаг вперед. О, я фактически телепортируюсь. Я настолько быстрый, что для меня понятие время его не существует. Давайте еще jump power пропишем с вами. 1000 нулей. Все, я сделал максимальную скорость прыжка. Ну все, ребят, сейчас я подпрыгну, и я уже в космосе. Я делаю квантовые прыжки сквозь вселенные. Я прыгаю по-обычному. Видимо, такой цифры даже не существует, понимаете? О, я могу нубов заспавнить. Чуть я про это не думал. Смотрите, это все мои нубасики. Я создал армию нубов. Так, мне пришлось перезайти, потому что прошлый сервак отказывался работать. То есть мы его почти крашнули. Так, ребят, смотрите, делаю 100 нубов. Оу! Позади меня 100 нубасиков. Я типа создал своих клонов. Это просто змейка, чуваки. Огромная змейка. А, они меня окружают. Ёлки-палки. Так, слушайте, а давайте мы с вами сделаем их сверхтолстыми. Сверхширокими. Все, теперь игроки даже пройти здесь не смогут. Даже я не могу нормально проходить вперед. Оу! Не дадим никому играть нормально. Они повторяют все мои движения. Они прыгают прямо подо мной. Стоп, получается, я могу сейчас просто летать. Я летаю на этих нубасах. Они идут ровно за мной. Давай-ка мы скорость немного увеличим. Оп, оп, оп. Я хочу на них забраться. О, да! Я создал торнадо из нубасиков. Оу! Смотрите. Они все там кучкуются. Я прям на них бегаю. Так, а что если мы сделаем сейчас 500 нубов. Все, ребят, создаем торнадо из нубов. Да. Что-то они все не могут подпрыгивать одновременно. О, они все разлетелись. Так, ребят, догоняйте меня. Все обратно в строй. Так, теперь давайте мы сделаем всем мега огромные головы. И сделаем всех немного пошире. И делаем маленького роста нас. Такие телепузики, чуваки. Я застреваю в этих нубах. Они меня подкинули. Они меня держат на руках, чуваки. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это меня откинуло. 27 FPS, ребят. Все начинает лагать. А, 5000 нубов я сделал. Ладно, давай одного нубика резко. Хоп, все нубы исчезли. Что ж, давай мы поэкспериментируем вначале на одном нубе. Не бегай за мной! Он прям мне в голову дышит. Все, и давайте мы с вами создадим 1000 нубов. Вот они мои клоны. Вот она моя змейка. О, они примагнитились к моей голове. То есть теперь они стали частью меня. Я одна огромная бесконечная змея. Вот, ребят, это Слизарио. 1000 нубов, они даже не успевают спавниться. А давайте всю карту заполоним этими нубами. Да, просто сделаем огромную карту из нубов. Сейчас будет 1 000 000 нубиков. Пусть они меня окружают, маленькие коротышки. Скорость перемещения. Давайте мы с вами сделаем 10 тысяч. Воу! Воу! Я как Соник, gotta go fast. Воу, я создал дождь из нубиков. Смотрите, там нубы летают повсюду. Они просто остановиться даже не могут. Я сделал это, я создал это. 25 FPS, 25 FPS, хочу дойти до 1 FPS, что прям все лагало, 20 FPS, да, откуда они появляются все эти нубики, 19 FPS, чувак в шоке от того, как же сейчас все лагает, о, ребята, мы сейчас создали лаг-машину, огромную лаг-машину, ой-ой-ой-ой-ой, меня даже подкидывает, ай-яй-яй-яй-яй, теперь 1000 нубов, нет, 1 000 000 000 нубов, у которых будет скорость 1 000 000 000 000, и джамп-прыжки у них будет 1 000 000 000. Все, и начинается телепортация. Вот отстой, а. Но лучше всего сделать дождь из гигантов-нубиков. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! 15 FPS! Капец, я из стороны в сторону летаю. Я даже встать не могу. А когда я встаю, я просто улетаю куда-то. Я просто летаю из стороны в сторону. Воу! Ой, все, я улетел куда-то. Пока. Больше мы не увидимся. Пока. Да. Ну что ж, на этом мой ролик подходит к концу. Ставьте свой лайк под этим видео, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и увидимся с вами в следующих видео. Adios. Playtime.